bu Erkin Xoliqov toshkentlik sportchi finalda bellashadi, uning raqibi Viktor Buxvol. Buxvol Viktor hozir mana oq rangli kurkada bellashadi. Qizil belbog'da. Bu sambo kurashi bilan 14 yildan beri shug'ullanadi. 1985-yilda 1985-yilda jahon chempioni unvoniga sazovor bo'lgan. Erkin Xoliqov, siz sport muxlislari yaxshi bilasizlar. Bu Yevropa va jahon kubogida qo'lga kiritgan sportchi. Hozir Erkin Xoliqov uni chalib yiqitishga raqibini harakat qildi, lekin sportchilar gilamdan chiqib ketdilar va oxirga tizimladi. Bu butga ham ochko berilmaydi. Erkin Xoliqov bu uchrashuvni juda shiddatli boshladi. Карпович, пожалуйста, вам слово. Вы на экранах у себя видите борец в светлой куртке с красным поясом. Это Бухов Виктор, белорусский СССР. Занимается он 14 лет. Чемпион мира 85-го года. Тренирует его агентик Евгений Халиков. Узбекский СССР. Мастер спорта международного класса. Чемпион Европы. Чемпион мира 86-го года. Вот сейчас у них борьба идет очень сложная. Они встречаются при подготовках к первенству Европы, к первенству мира, к Кубку мира. Так что знают приемы друг друга, знают сильные и слабые стороны. Поэтому борьба такой носит напряженный характер. Но вот видите, Халиков более активно проводит движение. Но пока оценок нет. Потому что броски засчитываются только из стойки. А на коленях, лежа, оценок в борьбе самбо не дает. А вот прекрасный бросок Халиков. Erkin Xoliqovga 2 ball berildi. Bu raqibini yana biroz yo'lchaga tasha olganda bu 4 ball hisoblanardi. Turkiya vakili hozir yo'q hisobida oldinda boryapti. Erkin Xoliqovning treneri Rajabali Babayorov hamda 2 marta jahon chempioni Tashqiddin Hodiyev. Hozir u Toshkent davlat universitetining student hisoblanadi. Все хлопают, все рады, что он ведет в этой схватке, но схватка еще не прошла своей половины. Так что пока оказывают медицинскую помощь Буквалу, я хочу сказать несколько слов о бросках, которые дают преимущество. Вот вы видели, Халиков провел неожиданный бросок подсечкой, бросил Буквала на ковер, и судьи засчитали 2 балла. Надо сказать, что Халиков с самого начала очень активно. Он идет в борьбу смело, не боится. Он очень гибкий, координированный. Буквал тоже опытный борец, но несколько, как бы сказать, более силового такого плана. И вот сейчас опять он вышел на ковер, и вы видите начало схватки. Борьба идет очень бескомпромиссная. Вот. Очень сильно проходил Буквал на заднюю подножку, но Халиков настолько гибкий и чуткий, видите, он накрыл его, и тому не удалось провести свой такой коронный прием, бросок задней подножки в падении. Позор Виктор Буквал, Халиков еще харакет кылды, лекин Эркин Халиков, где харчу сушатып, у тилны якуланышке йол бермады. Hozir Viktor Buxvol gilamni tashlab ketdi. Ko'pincha bunday hollarda
судья огахлантерляда. Спортер огахлантерляда. Демек, хазыр республикан закелі Иркен Халиков, халқара классик эстер спортмастеры, 2 балл билан алдында бар ятты. Ишрашуни, хазыр 4-нчи минуты баштан ятты. Финал ишрашулар 6 минут давам етады. Хазыр 3-нчи ачка берілмады. Спортчы бір үсбөтті үсті әчі қарыш үшін оны геленде адарыш керек. Самбо күрәші республикамызды яқшыр бағжданген. Айнықсы бұқарашы үсілді күрәші үшілер, милли күрәшін, анашы спорт түрге көпләп күріп келепті. Мәсәйфіздің Қадиев, Сабыр Құрбанов, Милли күрәштән штам отырғы өтіп, жақан чемпион ұнуаныңыз сазағыз бұлген спортшылар. Азыр шәліп, еркен қатты шәліп, әсізге, азыр ұлыз, бақат спортшын тізесігі өтірішке ерішті қалар. Бұнге әшкө берілмейді. Қара ақырғы мүмкінлерді Виктор Кук бұл, ол маған үшін үшін әрекет қылмайды. Уважаемые телезрители, вы видите, Халиков очень технично борется бросками ног, подсечки, зацепы. Но после того, как Бухов уже побывал на ковре, он защищается, и броски эти, хотя и зал взрывается, но Бухов не падает на какую-то либо часть тела. Он падает на колено, на руки. А это оценок не дает. Вот он опять, значит, коленом решил заморозить, как говорят борцы. Дзинча Виктор Бухвал, хорошо, на сабахе успешно, тор тасын кылмаген. Хазыр, где финалда сүз күрәш ятты. Бұнда пайдаланген Еркен Халиков, бұтып, махаратын ішке салып, Сөлікке ерішті, қазір 5-ші минутын 20-ші секунды. Дестір чемпионы бөліш үшін Халиковке яна 40 секунд кифайы. Схватка подходит к концу. На табло уже 5 минут 20 секунд. По правилам борьбы самбо дается 6 минут на борьбу. Так что бороться им осталось 40 секунд. Задача Халикова – сохранить свое преимущество. Бухвалу надо за эти 40 секунд сделать какой-либо бросок, который дал бы выиграть. Жесткие захваты. На краю ковра идет борьба, но нога за ковром. Если одна нога за ковром, судья тут же останавливает схватку. Броски разрешает проводить только на ковре. Так, останавливает время. Так, зал возмущен, потому что это неправильно. Я сам судья и считаю, что сейчас немножко судьи погорячились, потому что он шел в борьбу, сделал только что прием подсечкой и получил замечание. Ну, замечание не дает никакого преимущества, просто видно, судья рассчитал его выход ногой за ковер, как уклонение. Последние секунды, борьба лежа, времени хватит. Сигнал, и Халиков стал чемпионом. Хорошо, что вы находитесь. В республике мы звонили Ташкентлик Эркин Халиков, там есть сыр чемпион Унуаниге Казавар был. Эркин Халиков.